Дорога к новостройке. В решении 26-го съезда КПСС говорится о необходимости комплексного ведения строительства. Этот метод в полной мере применяется в сооружении Балаковской атомной электростанции. Работа на спецблоке доверена бригаде ветерана Саратовгазстроя Ивана Александровича Карпова. В этом коллективе умеют делать все. Собирать опалубку, монтировать арматуру, укладывать бетон, так, как никто другой на стройке. Одновременно с основными сооружениями растет и жилой массив с детскими садами, яслями, магазинами. Профилакторий на 200 мест построен для строителей и эксплуатационников атомной станции. И каждый год, строго по плану, 600 семей будут получать ключи от новых квартир.